пожара были обнаружены газовые баллоны в количестве 6 штук. Первое дело приняли решение произвести охлаждение баллонов, чтобы потом в дальнейшем их было возможно вынести, и чтобы они произошла детонация. Совместными усилиями пожарной охраны и добровольной пожарной команды Национального парка Куша-Косы удалось не допустить распространения огня с территории кафе на лесной массив.